микрорайоне города Омска находится детский клуб «Мечтатель». В нем, кроме кружков и студий, работает детский общественный музей боевой славы. Несмотря на свою молодость, коллектив музея имеет заслуженные награды. Смотрим. Мы находимся в комнате боевой и трудовой славы, которая находится в клубе «Мечтатель». В этой комнате мы занимаемся воспитанием молодежи, патриотическим воспитанием. За эту работу мы получаем 3 первых места получили, 3 вторых и 2 третьих места. В 2015 году за патриотическое воспитание «Ищу героя» мы получили первое место в Кировском округе. Получили такую награду.